25 мая во Дворце культуры имени Агаркова весь день не смолкали детские голоса. Выпускники 17 детских садов Верхней Салды пришли на свой первый выпускной бал. 447 мальчишек и девчонок стали чуточку взрослее в этот день. Прощание с детским садом для многих выпускников стало настоящим праздником. Красивые наряды, взволнованные родители и праздничная обстановка настроили ребят на особенный лад. А первый вальс в их жизни подарил незабываемые минуты. Первые шаги, первое слово, первая воспитательница. Я взяла их совсем маленькими. То есть какие-то навыки у них были, а каких-то не было. И мы вместе с ними учились правильно держать ложку, учились правилам поведения в садике, а также соблюдать режим дня. Но вообще детки, конечно, значительно подросли, стали взрослыми. Какими они пришли, какие сейчас стали, это видно. Для родителей этот день был не менее волнительным и важным. Сегодня такой трогательный день. Наши дети закончили уже практически детский сад и пойдут в первый класс. Это хорошая традиция. А сейчас, мне кажется, это праздник города. Идут красивые ребятишки с шарами. Я не знаю, мне кажется, даже дети переживают это больше, чем мы. Она просто сегодня смотрит в зеркало и говорит: мама, посмотри, какая стала взрослая, да, оделась. Детство уходит. Они такие все хорошие, красивые. Выпускной навсегда останется в детской памяти. Так же, как первый вальс, как первая памятная медаль. Как зажигательные танцы вместе с друзьями. Впереди теплое лето, а за ним начало учебного года. Первый класс, первый звонок, первая учительница, с которой ребята отправятся в страну знаний.